деревни СОС появились после Второй мировой войны, когда эта проблема совсем была не детская, но имела повальный характер. В детских деревнях дети живут в настоящей семье. У них там нет отдельной школы или отдельной столовки. Они живут как все нормальные обычные дети. Их мало готовят им еду. Каждый день эти дети идут в разные школы, в разные сады. Они общаются, играют, и у них полноценная нормальная жизнь. И в этот раз Хасбро вообще устроил нам вот такой вот праздник. Целый месяц все... Вы можете покупать различные игры, и 100 рублей от каждой покупки будут идти в фонд детских деревень СОС. Весь... Теперь с помощью вас, вашими руками тоже это счастье будет строить. А если нас будет много, если мы возьмемся за руки, зло не пройдет. Мы сегодня, подводя итоги, с огромной радостью и с теплотой на душе хотим передать вам этот чек на 1 653 900 рублей. Эта акция для нас стала такой вехой нашего сотрудничества. Детским деревням мы помогаем уже в течение 3 лет. Вот, и это действительно первая акция, когда мы смогли не просто передать деньги, но еще и рассказать очень большому количеству людей о том, что ваша организация существует и что помогать можно даже малыми силами. Нашим совместным усилием, благодаря поддержке партнеров детского мира, удалось организовать присутствие рекрутеров в нескольких магазинах. И за время работы акции было 102 человека подписались на ежемесячные пожертвования. Ежемесячно будут эти небольшие пожертвования перечислять, и вы будете чувствовать уверенность в том, что они будут. Деревня около 7 домов, и, конечно же, их нужно поддерживать, им нужно помогать. Некоторые люди думают, что 100 рублей – это не так уж и много. Кто-то за 100 рублей может мороженое купить, кто-то за 100 рублей может 3 жвачки или 4. Можешь подумать, нужны тебе эти жвачки или нет. То есть ты можешь от них отказаться и сделать благое дело, помочь, например, человеку. Спасибо вам большое за вашу акцию. Я хочу сказать, что... Вот ваша акция, она на самом деле уникальна. Вот эти пожертвования, которые мы сейчас делали, они на самом деле составляют основную часть нашего содержания. Выражаю вам слова благодарности от себя лично, от детей, от наших замечающих родителей, воспитателей, от всех.